Я, знаете, почему показываю вам? Потому что я увидела в этом образе совершенно необычный для меня образ женщины. Эта женщина явно не будет наказана мужем. Эту женщину нельзя обидеть. Эту женщину нельзя подавить. Понимаете? Эта женщина как, не знаю, как цветок, который растет. И как-то она очень независима. Посмотрите, какая осанка. Посмотрите, чем она занимается. Она выполняет две вещи. Просто, ну, необычные для европейца. Это она сидит на коне свободно, без, может быть, даже и без седла. И она сидит так, что ее, ну, она не может свалиться с него. То есть ей не нужны какие-то там подушки или что. Посмотрите, как она сидит в седле. Она как богиня, амазонка, понимаете? А второе, она же стреляет на ходу. То есть она убийца, понимаете? Она может сама себя защитить. Она сама по себе weapon, понимаете? У нас же в России другое. Знаете, женщина сидит у окошка, она ждет своего Иванушки. Где там сокол ты мой ясный? Там, не знаю, я... Там, не знаю, там, голубь ты мой сизокрылый. Иванушка ты мой, там, не знаю, муженек ты мой, где ж ты есть, где ты есть. Потом этот... возвращается он домой, он ее бьет, да? Она плачет, горькими слезами плачет, умывается. И, ну, продолжает терпеть там. Даже я вчера читала, одна из дочерей Пушкина вышла замуж. И муж много проигрывал в карты денег из ее приданного. И в итоге что-то пил, ругался, бил ее. И у нее на теле есть следы его шпор. То есть раны, ну, шрамы от ран. Вот вы понимаете, что вот на эту женщину не наступишь? Понимаете? И не то, что я взяла какую-то одну казашку, которая, ну, вдруг нечаянно родилась, да? Это и есть казахская женщина. Это та женщина, которая рожает казахов. Та женщина, которая родила Чингисхана, понимаете? Та женщина, которая объединила страны в одно большое ханство. Это женщина Казахстана. Это не мужчина такой. У такой женщины родился Чингисхан. У москвички бы не родился Чингисхан, понимаете? И посмотрите, как она стреляет. И посмотрите, как она руки расставляет. Это же, ну, птица, понимаете? Она богиня. Она богиня. Таких женщин нет. Это не англичанка, это не француженка. Я не то, что пытаюсь превознести казахскую женщину, но я просто... Она уникальна. Как вы можете, как бы, нет, этого не замечать? Посмотрите, как она как птица несется. Я не знаю, почему музыка русская. Конечно, не нужна никому русская музыка в этом плане. Как она красиво руки распахивает, это просто нечто. Я любовалась несколько раз этим. И, разумеется, посмотрите, она не в женском каком-то костюме, не в платье, не в сарафане, не что-то там еще женщина. Она в брючном костюме. Посмотрите, она амазонка в брючном костюме. В брючном. В то время как у нас женщины ходили и без брюк, и без трусов, просто, ну, в длинной майке. Посмотрите, какие костюмы у казашек. Это просто нечто. Я могу сказать, я просто раскрываю для себя необычный образ.